Что мы должны сделать, чтобы нам позволили войти туда? Еще 6 ступенек пройти. Еще 6 ступенек. Угу. А есть ли имя вот у главного старейшины или мудреца Шамбалы? Кто там самый главный? К кому обращаться? Вы идете к самому себе. Угу. То есть, я так понимаю, там находится наше высшее «Я». Вы это хотите сказать, да? Да. Угу. И господин архитектора тоже высшее «Я» там находится? Меня там нет. А почему вашего высшее «Я» там нет? Потому что я вас привел. И почему это разве плохо, что вы меня привели? А ваше высшее «Я» тогда позвольте спросить, где находится? Еще выше, на 9-м. На 9-м. Все ли высшее «Я» человечества пребывают в Шамбале? Или это только круг каких-то избранных высших «Я»? Нет, не все. Не все. Угу. А кто именно пребывает? Неважно. Тот, кто сумел достичь самого себя. Ну, можно количество. Кто смог найти себя, кто смог преодолеть жадность, зависть, самость, ненависть. Кто смог оторвать себя от самого себя, чтобы дойти до самого себя. Чтобы прийти к своему высшему «Я», я понимаю, понимаю. То есть из этого дома происходит воплощение, да, я понимаю, на земле, и возвращение назад в Шамбалу. Сила духа, сила веры, сила знания, вера, 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 дом. Это вина того, что человечество так медленно развивается, что их мало. Это в чем да, проблема? Духовности нет. Духовности, духовности нет. Мы поможем. Мы поможем. Название Шамбала. Откуда оно пришло? С тех времен или это потом позже название присвоили? Шамбала. Луч души. Лучик души. И это название уже в те времена существовало? Или это потом название присвоили? Вы же присутствовали в это время. Откуда это вообще название появилось? Это вы придумали. Это люди придумали. Это вы придумали. Понятно, понятно, понятно. Сколько вот таких просветленных душ, высших «Я» вот достигли этого уровня и пребывают сейчас в Шамбале? Очень мало. Очень мало. Очень мало. Надо много, много. Надо вести. Она поведет. Она поведет. То есть Назира сможет повести за собой людей туда? Она сведет. Уже ведет. Скажите, после пребывания вот на самом высшем уровне Шамбалы, какая судьба ждет высшее «Я»? Куда потом их путь будет? Возвращение домой. У каждого свой дом. Кто насколько смог дойти? Кто на каком уровне? Я вас привел на 7-й уровень. Вы войти не можете. Вы войти не можете. Потому что мой уровень еще ниже, я так понимаю, да? Вам надо подготовиться. Идите к ней. Идите к ней. Я вас проведу.